предприятии реализуется национальный проект «Экология». Нацпроект учит обращаться с отходами, помогает ликвидировать наиболее опасные объекты и несанкционированные свалки. Программы проекта помогают снизить уровень загрязнения воздуха, сохранить леса, водные системы и создать особо охраняемые природные территории. В рамках нацпроекта в республике действуют 4 крупных федеральных проекта. Первый – сохранение уникальных водных объектов. В этом году планируются работы по улучшению экологического состояния озера Катакельское. На эти цели из федерального бюджета выделено 11 миллионов рублей. Работы планируют завершить в 2024 году. Также в рамках этого проекта ежегодно проходит акция «Вода России». В ней может принять участие любой желающий и помочь очистить берега водоемов от мусора. Федеральный проект сохранения озера Байкал. Его главная цель – улучшить экосостояние священного озера. В прошлом году республика получила свыше 2,5 миллиардов рублей на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Кроме того, в рамках реализации проекта планируется ликвидация свалок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Проект «Чистая страна» предусматривает рекультивацию в 2023 году 3 свалок в городах Кяхта, Закаменск и Северобайкальск. В Кяхте работы завершены на 73%, в Закаменске – на 43%, а в Северобайкальске идет подготовительный этап. Завершить работы должны до конца текущего года. И еще один федеральный проект в Бурятии – комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Проект помогает республиканскому рекоператору оборудовать новые контейнерные площадки с современными контейнерами для мусора. Помните, что чистота начинается с каждого из нас. Давайте сохраним природу родного края вместе.